Самое важное дело, в котором нуждается тот, кто хочет принести жертву, чтобы он совершил свое жертвоприношение ради лика Аллаха Субхану Уата, и чтобы он этим желал приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Пролитие жертвенной крови это поклонение, посредством которого приближаются к Аллаху Субхану Утааля. Раб получает награду за эту кровь, проливаемую им ради Аллаха Субхану. Он кушает это мясо, раздает его как милостыню и получает за это награду. Прежде всего, человек должен желать лика Аллаха при совершении жертвоприношения, закалывания животных, только ради Аллаха, потому что есть некоторые люди, которые закалывают в жертву сверхобязательного, увеличивая количество жертвенных животных до 5, 6 или 7 животных, по причине чего у них может появиться что-то из показухи, также из желательных дел при совершении жертвоприношения, чтобы человек покупал самых лучших и самых дорогих животных у их хозяев, чтобы животное было толстым и большим, и самым лучшим из жертвенных животных, потому что его будут приносить как дар для Аллаха, Субхану Уталя. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, принес в жертву наилучшее лучшего из баранов, который был большим, его цвет был белым, но вокруг его глаз были черные круги, вокруг его рта были черные пятна. Над его копытами была черная шерсть, и его брюхо тоже было черным. Не имеется в виду, что нужно приносить в жертву именно такого барана, но смысл в том, что нужно зарезать хорошего барана. Поэтому желательно, чтобы человек выбрал наилучшее жертвенное животное из баранов, и в этом случае, по более правильному мнению обладателей знания, принести в жертву барана наиболее предпочтительнее, чем принести в жертву верблюда или корову. Потому что пророк, ﷺ, его вассалям, приносил в жертву баранов. Несмотря на то, что некоторые обладатели знаний считают, что наилучшее жертвенное животное – это верблюд, затем идет корова, а затем баран. Но мы скажем, что более правильное мнение – пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приносил в жертву баранов, и его сподвижники тоже приносили в жертву баранов. Сунна, чтобы человек принес в жертву хорошего рогатого барана самца, то есть, чтобы он был большим и толстым, и чтобы он стоил дорого. Это то, что более предпочтительно. То есть, желательно, чтобы жертвенное животное было из самых лучших баранов, которого может купить мусульман. Потому что он посредством заклания этого животного будет приближаться к Аллаху Субхану Потому что есть люди, покупающие плохих животных, которых они не преподнесли бы своим гостям. И нет сомнения, что подобное происходит из-за того, что люди не возвеличивают должным образом обряды Всевышнего Аллаха. Также при заклании жертвенного животного является желательным, чтобы человек раздал часть этого мяса в качестве милостыни. То есть он кушает сам часть этого мяса, а другую часть раздает. Также и сунные жертвоприношения, чтобы человек сразу после праздничной молитвы принес в жертву свое животное животное. Он лично приходит на место жертвоприношения и своей рукой режет жертвенное животное, если он может сделать это. А если он не может этого сделать, то он может прийти на место жертвоприношения и сообщить закалывающему, что он сам помянет имя Аллаха и произнесет слова такбира. Он говорит, «О Аллах, это от тебя и тебе». Если он режет это животное от своего имени, то он не должен называть самого себя. А если он режет его за какого-либо умершего мусульманина, то он говорит, «О Аллах, это от такого-то, сына такого-то». Если ему было оставлено такое поручение от умершего, также из того, что является желательным при жертвоприношении, чтобы человек не кушал перед тем, как отправиться на праздничную молитву, но сунна покушать только, как вернется с нее. Мы упоминали относительно молитвы Эйдуль фитр, что человеку желательно покушать прежде, чем отправиться на праздничную молитву, а что касается айдуль алдха, более предпочтительно, чтобы человек не кушал, пока не вернется, и это для того, чтобы первое, что он поел, было мясо его жертвенного животного. Это является наиболее предпочтительным. Это некоторые вещи, которые являются желательными при жертвоприношении. Также из желательных вещей при жертвоприношении, если человек собрался приносить жертву, он воздерживается от удаления волос и кожи. Он не постригает усы или волосы или ногти и не удаляет что-то из своей кожи. На это указывает хадис, приводимый муслимам со слов Ум Салямы, что когда пророк саляллаху алейхи вассалям собирался принести жертву, он не удалял ни своих волос, ни чего-то из своей кожи. И это несмотря на то, что некоторые ученые ослабили этот хадис. Однако то, что для нас важно тут, это то, что, что тот, кто хочет совершить жертвоприношение, походит своим состоянием на тех, кто находится в их храме. Точно так же, как человек, находящийся в их храме, не постригает своих волос и ногтей и совершает жертвоприношение Аллаху Субхану в состоянии своего их храма. Также и тот, кто собирается принести жертву, походит на человека, находящегося в их храме, тем, что он не постригает своих ногтей и волос. Будь это волосы усов, головы или любые другие волосы, которые удаляются. Сунна воздержаться от их удаления на протяжении 9 дней, пока не зарежет свое жертвенное животное. Это то, что является желательным и наиболее предпочтительным для тех, кто желает совершить совершить жертвоприношение. Получается, шейх с этого момента для него лучше, это начинается с момента, когда увидит новый месяц Зульхиджи. Тот, кто хочет принести жертву, может быть в двух состояниях. Человек, который не думал совершать жертвоприношение, но это намерение у него появилось за день до праздника, он воздерживается от удаления волос и ногтей с того самого момента, то есть за день до праздника. Понятно? То есть у человека не было намерения совершить жертвоприношение, так как у него не было денег, или у него не было возможности. Но за день до праздника у него появились деньги, и он сказал, что хочет принести жертву. Мы сказали скажем, как только он пожелал принести жертву, то начинай воздерживаться от удаления волос и ногтей, пока не зарежешь свое жертвенное животное. Другой человек захотел совершить жертвоприношение еще до начала первых 10 дней месяца Зульхиджи. Он уже определил себе жертвенное животное, и его деньги находятся у него. Мы скажем, как только будет увиден новый полумесяц Зульхиджи, он начинает удерживаться от удаления волос, ногтей и кожи. Это является сунной. Но вместе с тем мы скажем, что удержание от удаления этих вещей не является условием действительности жертвоприношения. Напротив, если если даже человек поступил вопреки этому, постриг свои волосы и ногти и удалил что-то из кожи, мы скажем, что ему дозволено совершить жертвоприношение. Не является условием жертвоприношения, чтобы человек удерживался от удаления всего этого. Напротив, если какой-то человек сказал, что он собирается принести жертву, а затем он постриг свои ногти и усы и избрил волосы на голове, после чего сказал, что теперь он не может совершить жертвоприношение, мы скажем, что это не так. Ты можешь совершить жертвоприношение. Понятно? То, что ты постриг волосы или ногти, не препятствует тому, чтобы ты совершил жертвоприношение. Мы скажем, что удержание от этого – это только сунна. Ты удерживаешься от удаления этих вещей только для того, чтобы твое состояние походило на состояние тех, кто находится в их храме. Каков хокм жертвоприношения? Является ли это уаджибом? По более правильному мнению обладателей знания, жертвоприношение – это сунна, настоятельно рекомендуемая к совершению для тех, у кого были деньги и возможность. Мы говорим, что хукм – жертвоприношение – это сунна, настоятельно рекомендуемая к совершению. Поэтому каждый, у кого есть возможность, должен совершить жертвоприношение от себя и своих домочадцев. Более правильное мнение обладателей знания, что жертвоприношение является сунной, настоятельно рекомендуемой к совершению, а не ваджибам. Ведь пришло от Абу Гурейры, что он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, каждая мусульманская семья должна совершать жертвоприношение каждый год. Также подобное приводится в других хадисах, но хадис Абу Хурейры останавливается на нем самом. Также Абу Гурейра передал следующие слова. «Тот, кто не совершит жертвоприношение, он не из нас». Но они являются словами самого Абу Гурейры, да будет доволен им Всевышний Аллах. Правильное мнение, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал жертвоприношение, а также его совершали после него и его сподвижники, да будет доволен и Всевышний Аллах. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что тот, кто имеет возможность, пусть принесет жертву. Также он, сал разделил между своими сподвижниками жертвенных животных, чтобы они принесли их в жертву и дал Рукбе ибн Амиру барашку, сказав, это не будет засчитано кому-либо другому, кроме тебя. Все это указывает на то, что жертвоприношение – сунна, и что оно является поклонением, посредством которого приближаются к Аллаху, субханаху ва та'аля. Но если человек не совершит жертвоприношение, он не является грешником. Однако из сунны – самое лучшее, посредством чего раб приближается к своему Господу, субханаху ва та'аля, в эти дни – это пролитие жертвенной крови. Нет поклонения Которое было бы лучше этого поклонения в этот день, то есть день Аида, а также 11, 12 и 13 числа. Самое лучшее посредством чего приближается к Аллаху Субхану, в эти дни, это пролитие жертвенной крови, а это заклание жертвенного животного. Настоятельно рекомендуемо для каждого мусульманина, чтобы он совершил жертвоприношение от себя и своих домочадцев. Тут есть один момент. Будет достаточно принести в жертву одно животное за один дом, в котором, например, живет 10 человек. Человек может зарезать свое животное, сказав: О, Аллах, это отменит! и от моих намочадцев однако если несколько семей живут раздельно каждая из которых имеет свой дом то мы скажем что сунна чтобы заид принес жертву от себя и от своей семьи и мухаммад принес жертву от себя и от своей семьи это поклонение не относится только к мужчинам ведь так, женщине также дозволено совершать жертвоприношение от самой себя и от своих домочадцев например какая-то женщина вдова или разведенная или у ее мужа нет денег или он сказал что не будет совершать жертвоприношение в таких случаях женщина совершает жертвоприношение и она говорит «О Аллах это от меня и моих домочадцев таким образом она режет жертвенное животное или же она поручает это тому кто зарежет за нее жертвенное животное сказав у Аллах это от такой-то и от ее домочадцев и ее муж также попадает под эту награду следуя в этом за ней также шейх вы упомянули что жертвоприношение и пролитие жертвенной крови это поклонение. Вы упомянули это. Однако это у нас является большой проблемой, потому что многие люди совершают это как обычай. То есть они не понимают, что это поклонение, подобное молитве. Напротив, они совершают это как обычай. Не могли бы вы разъяснить этот момент? Пролитие крови жертвенного животного, будь это сделано как жертвоприношение или как дар, что совершает в Мекке. Это поклонение, посредством которого приближается к Аллаху Субхану. Та как сказал Всевышний Аллах, мы даровали тебе аль-Каусар, посему совершай намаз ради своего. Господа и закалывай жертву. Посему совершай намаз ради своего Господа. Тут речь идет о молитве. То есть Всевышний Аллах объединил между праздничной молитвой и закланием жертвенных животных. Поэтому это является поклонением, совершение которого приказано нам, нашим Всевышним Господом. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. А также слова Всевышнего Скажи: воистину мой намаз и мои обряды, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху Господу миров. Несмотря на то, что слово обряды охватывает все виды поклонения, в Него конкретно входит пролитие жертвы. Крови. Точно так же, как жертвоприношение не Аллаху Субхану Тааля является запретным и приобщением ему с товарищей, также и жертвоприношение Аллаху – это поклонение, за которое раб получает награду. Поэтому обязательно для мусульманина при совершении им жертвоприношения и пролить этой крови, чтобы принесением этой жертвы он приближался к Аллаху Субхану. Тааля. Он должен сделать пролитие крови этого жертвенного животного поклонением Всевышнему Аллаху. Когда Аллах Субханху заменил Ибрагиму, алейхиссалям, его сына Исмаиля на великое жертвенное животное, это стало для нас сунной, которую заложил для нас Ибрагим, алейхиссалям. Поэтому Всевышний Аллах сделал для нас приближение к нему в хаджи, чтобы мы приближались посредством него к Аллаху, субханаху ва тааля. Что-то из этого обязательно, а что-то желательно. Затем было узаконено для тех, кто не в хаджи, чтобы они совершали жертвоприношение. Существует животное, приносимое как дар, которое режет человек, находящийся в их храме. А также есть животное, приносимое как жертва, которое приносит тот, кто не находится в хаджи. Животное, приносимое как дар паломникам, бывает либо обязательным, либо либо желательным. Либо его режут за хадж от-таматту или хадж аль киран либо его режут как добровольную жертву дар. Также и жертвоприношение. Мусульманин режет это животное, чтобы приблизиться посредством пролить этой крови и этого жертвоприношения к Аллаху Субхану Утааль. Ведь Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сравнил того, кто рано приходит на пятничную молитву с тем, кто приносит в жертву верблюда, затем, кто приходит во втором часу, подобен тому, кто принес в жертву корову, а приходящий в третьем часу тому, кто зарезал барана. Затем идет курица, а затем яйцо. Ты приближаешься к Аллаху субхану через это жертвопоношение. Поэтому позаботьте о том, чтобы животное было хорошим и толстым. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сообщил, что четыре категории животных не годятся: больные, хромые, одноглазые, а также истощенные, не имеющие мяса. Эти четыре категории животных не дозволено приносить в жертву мусульманину. Также нужно стремиться, чтобы не были рассечены глаза или уши, и чтобы рога не были поломанными, то есть, чтобы животное было в совершенном виде для того, чтобы посредством его заклания можно было приблизиться к нашему Господу. Господу, чем лучше состояние жертвенного животного, чем более оно упитанное и чем дороже его цена, тем это лучше и более любимый для Аллаха. Хорошо, а если человек совершает это как обычай, то ему нет никакой награды, да, шейх? Это невозможно представить, чтобы человек резал жертвенное животное в день Ида. То есть он не ощущает, что он приближается к Аллаху через это жертвоприношение. В этом случае он не получает награды. Все дела оцениваются по намерениям. Тот, кто резал жертвенное животное, сделав это как традицию, а не желая этим лика Аллаха, то это не будет засчитано ему жертвоприношения. Потому что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Воистину все дела оцениваются по намерениям, и воистину каждый человек получит то, что он намеревался получить». А если человек забыл упомянуть имя Аллаха при заклании животного, то есть в основе он желал приблизиться к этим Аллаху, но забыл. Если человек забыл помянуть имя Аллаха при заклании животного, то более правильное мнение из мнений обладателей знания, что это жертвоприношение засчитывается по причине наличия у него намерения. Ведь имам Ашшафири сказал, что в таких случаях ислам человека избавляет его от поминания имени Аллаха Аллаха. Если он забыл произнести его, то есть тот, кто забыл произнести его, тому будет достаточно того, что он мусульманин. Однако это не значит, что он может намеренно оставить произнесение имени Аллаха. Напротив, является обязательным помянуть его, если мусульманин желает принести жертву. Более того, если он хочет зарезать любое животное или пролить любую кровь, он должен помянуть имя Аллаха, сказав «Бисмилля». Сунна, чтобы человек сказал «Аллаху Акбар» после поминания имени Аллаха, как это сделал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говоря «Бисмилляхи Аллаху Акбар». А затем он говорит «О Аллах, это от тебя и направляется к тебе. О Аллах, это от меня и от моих домочадцев. Или это от такого-то. То есть от того, кто захотел, чтобы от его имени принесли жертву. Хорошо. Также, шейх, вы упомянули, что дозволено приносить жертву от имени умершего. Да, по более правильному из мнений, потому что в этом вопросе существует разногласие среди обладателей знания. Но более правильное мнение, что умерший бывает в нескольких состояниях. Либо умерший сам завещает сделать за него жертвоприношение с его денег, то есть умерший оставил после себя деньги и завещал своим наследникам, чтобы они принесли жертву с этих денег. И эта сумма выделяется из одной третьей части его наследства. В этом случае является обязательным исполнить его завещание и зарезать жертвенное животное на ту сумму, которую он оставил. Второе состояние умершего, когда у него не было денег, но он оставил завещание, чтобы от его имени принесли жертву. Мы скажем, что относится к благочестию, чтобы наследники выполнили его завещание и принесли от его имени жертву, но это не является обязательным для них, потому что у него не было денег. Тут мы скажем, что относится к благочестию хорошему отношению, чтобы наследники исполнили завещание умершего и совершили жертвоприношение от Его имени, что является узаконенным. Третье состояние умершего, когда умерший не оставил такого завещания и не приказывал этого. Но кто-то из его близких или других людей пожелал совершить жертвоприношение от его имени. Мы скажем, что в этом нет проблем, чтобы он принес жертву от его имени. А что касается Пророка ﷺ, то не сообщается от него, чтобы он приносил жертву от имени Хамзы или кого-то другого из своих сподвижников. Он ﷺ только сказал «О Аллах, это от меня и от тех мусульман, кто не смог принести жертву». Однако остается, что это дело считается благочестием и праведным делом. Поэтому нет проблем в его совершении от имени умершего. Человек совершил совершает его либо как благочестие, либо как исполнение завещания умершего, и оба варианта являются дозволенными. Первый вариант является узаконенным, то есть завещание этого дела узаконено, и в этом нет никаких проблем. Но вопрос заключается в другом, когда умерший не оставил подобного завещания. Является ли узаконенным для нас зарезать жертву от его имени? Мы скажем «да», является узаконенным для нас совершить жертвоприношение за этого умершего. Это является праведным делом, и в этом нет никаких проблем. Как вы знаете, шейх, так как мы вам сообщали об этом многократно, у нас есть многочисленные традиции, совершаемые после смерти человека. Например, на третий день собирают пакеты, в которые кладут фрукты и мясо. Поэтому мы скажем им, что если они хотят оказать благочестие умершему, то это шанс для них. Правильно, молодец. Да, мы скажем, что конкретизация третьего дня после смерти раздачи милостыни или мяса или фруктов, у этого нет никакой основы, и это относится к новшествам. Поэтому, о, тот, кто хочет оказать благочестие своему умершему, это время является тем временем, когда ты можешь совершить жертвоприношение от имени этого умершего. То есть они могут скинуться деньгами и купить на эту сумму одно жертвенное животное, принеся в жертву его от имени такого-то человека. Мы скажем, что в этом нет проблем, и никто из них не должен воздерживаться от удаления волос и ногтей, но они только приносят жертву от имени этого мертвого, награда за которую достигнет его с позволения Аллаха. Хорошо. А что лучше? Например, если человек принесет жертву в обычный день. Нет, мы скажем, что заклание животного в день жертвоприношения лучше, чем если он зарежет его не в дни Рида. Понятно? Например, если человек хочет зарезать животное от имени мертвого в Рамадан или в месяц Зульхиджа, то мы скажем, что зарезать это животное как праздничное жертвоприношение лучше, чем зарезать 10 животных в дни Рамадана. Тут мы имеем поклонение жертвоприношения, цель которого пролитие крови жертвенного животного в этот день. Эти дни – это дни еды, питья и поминания Аллаха. Как мы как шейх тоже упомянул, вот это получается как шанс такой для тех, кто хочет сделать благодеяние для умерших, для родственников. Это прекрасный шанс, чтобы он правильное садак отдал за него. А так как мы знаем, что особенно на Кавказе существует множество обычаев, когда люди там на третий день, на сороковой день, на, когда год проходит после смерти, они как бы режут или барашку, или корову и раздают. Вот лучше всего это сделать именно вот в день жертвоприношения. И это будет узаконено. А то, что делается в третий день, там, сороковой день или 52 второй, это является нововведением, так как вы в этом случае обозначаете определенный день, который в религии не обозначен. Вот поэтому воспользуюсь этим шансом, кто хочет сделать благодеяние. Умершему и хочет, чтобы ему награда была перед Аллахом, это прекрасный шанс для вас, паракаллафикум.